Всем привет! Сегодня в обзоре у нас самый простейший ремонт колонки JBL Flip 3. Без всяких перепаиваний шлейфов, без всяких замен зарядных портов, без ничего. До этого я догадался сам. И это самая простейшая проблема, и самому можно все это починить. Я думал, что у меня проблема с зарядным шлейфом, так как колонка не заряжалась. Извиняюсь, это я не прикрутил. Колонка не заряжалась и не показывала индикацию, и не включалась. Сколько я посмотрел видео на YouTube, все меняли порт зарядки, USB-порт зарядки. Но дело совсем не в этом. Для начала я проверил все шлейфы. Я проверил вот этот шлейф. Если вам видно, вот главный шлейф, который идет на батарею. Я, наверное, немножко преувеличу камеру. Не получается. Хорошо. В общем, ребята, самый простейший способ отремонтировать самому эту колонку и не переплачивать за ремонт вы сможете сделать сами. Как разобрать колонку, вы сможете найти в YouTube много видео, как разобрать. Я разобрал ее сам. Вот. В общем, проблема, когда вы разбираете колонку, вот этот шлейф, он идет вот в это место, вот сюда. Проблема, вы видите, сколько здесь много клея? Вот этот клей со временем очень сильно высыхает, и он стягивается, сжимает все. Когда я разобрал колонку, я для начала проверил здесь шлейфы, проверил тут внутри шлейфы, все в порядке. А потом, когда заглянул сюда, я увидел, что вот этот шлейф вот в этом месте неровно стоит из-за того, что клей высох сильно. И шлейф сдвинулся, он просто вылез. Он вылез со своего посадочного места. Получается, я его просто взял, на место поставил. Поставил на место. И она сразу же у меня заработала. Мне даже не пришлось включать кнопку включения. Она сразу же заработала у меня. И сейчас работает очень хорошо. Проблема в том, вы видите, клей даже пожелтел, он как бы от старости немножко желтоватый стал. Вот. И здесь очень много клея. Вот тут много клея, как бы. И если вот поддеть эту сторону, здесь аккуратно шлейф есть. Вот в этом месте, где идет USB-порт зарядки, там тоже очень много клея, и это все на шлейф налито. Это налито, этот весь клей налит на шлейф. Здесь вот два шлейфа, маленький идет вот здесь и большой здесь. И большой от клея он просто вылазит из своего как бы посадочного места, из своего, как сказать, извиняюсь, я не сильно такой мастер. Вот. Ну, сейчас попробуем протестировать. Если получится у меня подключить сейчас. Вот она. Колонка включилась. Просто из-за того, что здесь шлейф чуть-чуть отошел. Многие переплачивают за ремонт колонки, чтобы перепаять порт USB зарядки. Но дело в самом деле не в том.
работает отлично. Иномарка. Иномарка, как российский автопром. Вот как сами видите, колонка работает хорошо. Малиновый закат, хотела на Канары, а везут тебя замка. Холодный, как Россия, красивый, холостой. Тебя все звали с ними. Между прочим, колонка новая, абсолютно новая. Она пришла мне с Ашана в мою организацию, где мы это утилизируем. Я так подумал, что ее можно отремонтировать. Я взял ее себе и за 30 минут отремонтировал. Вот так. Ловите лайфхак, как говорится. Всем пока!